Кажется, папа решил рискнуть жизнью. Посмотрите, как классно. Слушайте, а эти бараны из дерева? Череп. О, там череп. Были, не были. Были, не были. Были, не были. Друзья, всем привет. Привет. Приветик. У нас сегодня новый день, мы вышли погулять, решили приехать опять в Анталию и походить по ней. Мы приехали сейчас на набережную, сейчас вам покажем очень тут красивый вид на море, на город, на горы. В общем, погнали смотреть. Но перед этим мы купим себе что-нибудь сладенькое. А вот тот самый вид, о котором мы говорили. Мы подошли сюда. Ой, посмотрите, какая красота. Море, 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 горы. Очень красиво. Кораблик плывет. Мы заходим в какой-то парк. Тут какие-то есть детские качели. Ну, вообще, очень приятно то, что много зелени. И вот она, водичка сразу. В общем, сейчас посмотрим, что тут есть. Мы пришли к таким вот батутам. Милана с Даней будут прыгать сейчас. Прыгай! Ой! Это вот так, да? Как-то надо. Оп! Даня скорее не прыгает, а летает. Да? Оп! Оп! Тебе нравится? Папа, вот твоя задача. Берешь и помогаешь ребенку спуститься. Да, вот так вот. Данюшка будет сейчас кататься на машинках. А на этой качели нам не разрешили катиться. Даня! Пиу, пиу, пиу! Ты едешь? Давай, пока-пока! На более интересных качелях Милане не разрешили кататься, поэтому она катается сейчас на вот такой качельке. Милана все-таки решилась на цепочке. Ну давай. Весело? Или так себе? Или кажется уже все, да? Мы гуляем дальше. Парк мы покинули. Посмотрите, какой он там вид показывается. Хотим найти сейчас кафешечку попить чай, да? Да, и яйца. Зачем нам чай, когда у нас есть вода? А ты хочешь молоко? Ну, пойдемте искать тогда кафешку. Да! Куда мы с вами дальше забрели, ребята? Кто знает, девчата и мальчата. Мы к старому городу пришли опять. Да, это, наверное, опять старый город. Судя по всему, мы здесь уже были. Так, ладно, пойдемте куда-нибудь другое место. Например, вот сюда. Мы там были. Вот эти кольчики, это начало. Были, не были. Были, не были. Были, не были. Были, не были. Смотри, какой прикольный мотоцикл у дяди. Реально классный, да? Мы такие колеса здоровенные. Классный мотик. Электромотоцикл. Это же электровелик. Это самокат. Да, это какой-то самокат. Классная улица, красивая, не правда ли? Ставь лайк, кто хотел бы тут жить. А мама хочет себе взять сок апельсиновый. Он здесь везде продается, свежевыжатый. Хочу попробовать. Мы нашли тут какой-то маленький райский уголочек. С фонтанчиками, с баранчиками, с цветочками. О, баранчики. Вау! Невиданной красоты, правда? Пойдемте посмотрим еще на смотровую площадку, другую. Посмотрите, как классно. Слушайте, а эти бараны из дерева? Это мы еще
Я тоже думала сначала, что это скульптура, а потом поняла, что это дерево. Посмотрите, как прикольно. Из коры деревьев это сделали. Класс. Вообще обалдеть. Козлики. А папа, как всегда, наслаждается видом, да, папуля? А там рядом с тобой котик наслаждается жизнью. Здесь очень много котов, они здоровые. Ходят, никого не боятся. Ой, как красиво. Мы, кстати, пришли к этому причалу, да? Это как старая гавань? Ого, папа, не рискуй. Туда нельзя! Кажется, папа решил рискнуть жизнью. Не-не-не-не-не-не-не, это очень опасно. Папа сейчас очень опасные вещи делает. Да, папа? Аж папе страшно стало. Да, закружилась голова, когда я вниз глянул. Там такая высота нереальная. Да, ужас. Уходи оттуда, папа, нельзя. У Миланы вырвет сердце сейчас, а Даня вот лезет до папы. Там купается, он даже будет. Ну, солнышко выглянуло, сразу захотелось купаться. Мы сели попить чаек. Я-ка-ка. Да, Даня будет пить молоко. Мы с Миланой сок, а папа кофе-латте. Сели попить чаек. Гениально. Сели попить чаек, а чайка-то пить не будем. Вот в чем вообще супер-то. В общем, мы тут шли-шли и решили присесть. О, боже. Просто мы решили попить, что-нибудь попить. Да, мы решили сесть, отдохнуть и немножечко выпить напитков каких-нибудь. Мы с Миланой хотим натуральный апельсиновый сок. А я пока туда зашла в наш инстаграм. Да, и что же ты там делаешь? Смотришь наши фотографии? Да. Или ты уже выкладываешь? Я выкладываю. Так что заходите в наш инстаграм, подписывайтесь. А мы там будем много выкладывать фотографий. А здесь отжимают нам сок. Вот таким вот интересным образом. Опаньки. Будет у нас супер свежий натуральный оранж джус. Сейчас попробуем. Будем надеяться, что он сладенький. Нам с Миланой принесли наш сок. Смотрите, трубочки гигантские это какие-то. Это не трубочки, это шланги какие-то. Водопроводные. Ну-ка пробуй. Сладкий сок? Теплый. Кисловатый. Кисловатый? Сильно? Ну нет, но кисловатый. Сейчас принесу твое молоко. Ну-ка давай, папа, со шланга. Ну как? Клевый, мне кажется, классный. Не, он очень натуральный, очень пахучий, но он кисловатый. Просто мы как-то пробовали, когда в Турции до этого были, очень сладкий. Сейчас принесу тебе, зайчик мой, молочко. Зашли сюда, Милашка хочет себе купить какой-нибудь... глазик, и Даня тоже хочет глазик. Ты тоже хочешь глазик, сыночка? Давай лучше вот такой глазик, тут он хотя бы на этой, ну, на колечке. Будешь? Вот здесь его не. А зачем он? Милана. А? Ты на машинку положишь? Нет, я... Это же глазик просто. Я дочь. Да. В общем, мы хотим сейчас что-нибудь купить. Сейчас что-нибудь купим и покажем. Мы вышли. Милашке на выходе подарили еще вот такие вот булавочки. Не уколи себя, зайчонок. Покажи булавочки. Да. Обычные турецкие булавочки Милане подарили. И вот такой вот мы взяли ей колье. А Данюшка взял себе магнитное, да? Да. Ты на машину прилепишь? Да. Пошли дальше гулять? Да. Мы набрели на какую-то улочку, которая больше напоминает базарчик. Вот такие вот прикольные тут вязаные. Вы не помните, как его зовут? Из мультика Дори. Сминок. В общем, тут такие вот прикольные вязаные игрушки, классные. Смотрите, мам, преступник. Сколько такой стоит? 25 лир. 25 лир? Да. Супер. Такие они классные. Что, папа, ты хочешь взять себе миньона? Ну, я вот думаю, мне нравится миньон. Мы тем временем вышли к кораблям. Милан, какой ты нашла
крюк, посмотри. Там вон корабли. А, Милаш, подожди секундочку, дай я покажу. Девочки турецкие Милашку расцеловали. У Миланы теперь остались следы помады и любви. Милан сказал, стирать не будет, ей нравится. Да. Да. Смотри, там корабли. Пиратские. Пиратские. Аккуратно там машины. Пойдем посмотрим. Мы пришли на причал. Посмотри, Данил, какие корабли. Пойдем посмотрим поближе. Класс, да? Смотри, это пиратские корабли. Украдем корабль? Этот брик? Реквизируем. Мы реквизируем этот брик. Как тебе кораблики, Милана? Смотри, там сидят люди. Да, там как будто люди сидят. Да. Кораблики разные. Ага. Милаша, смотри, а ты... там череп. О, там череп, да? Да, тут какой-то... А тут Зевс. Прикольно. Прикольно. А тут много разных кафешечек. Можно покушать. Смотри. Или просто чай попить. Вау! Вау, ты что, череп увидел? Да. Да? Напишите в комментариях, кто любит на кораблях кататься. Мы возвращаемся в отель. Данюшке купили машинку. Данюшка, не свались, пожалуйста. Мы сейчас нагулялись, едем в отель, будем ужинать и отдыхать. Да, Милана? И дома. Милана все играет со своими... Мы уже сегодня нагулялись, очень много прошли пешком. И поэтому... Мне кажется, весь центр Анталии, да? Ножки наши устали, хотят отдыхать. Вышли после ужина погулять. Тут на траве собралась вся детвора. Трава мокрая? А, трава ведь мокрая? Нет, я не босиком. Данюшка, не валяйся. Мама, Дани... А у меня когда я прыгаю мокрая. Ну даже Дани сказал не раздеваться. Молодцы. Он сам поставит, пусть ставит. Смотрите, а когда я прыгаю... Сейчас папа соберет вокруг себя всю молодежь. На такой вот веселой ноте будем с вами прощаться. Сейчас поиграемся, пойдем спать. Всем пока. Всех любим.